как правило, люди просят, чтобы храм построили, а здесь кто-то возражает. Но все имеют право на собственное мнение, и если речь идет о жителях этого микрорайона, то, безусловно, нужно это мнение учесть. Ну а как же, если речь идет не о записных активистах там, из Москвы, которые приехали для того, чтобы там пошуметь и себя попиарить, а если речь идет о местных жителях, то, конечно, это нельзя не учитывать. Поэтому я думаю, что ну, храм должен объединять людей, а не разъединять. Поэтому с обеих сторон нужны какие-то шаги для того, чтобы решить этот вопрос в интересах всех людей, которые там реально проживают. Есть простой способ – провести опрос.